Итак, друзья, всем привет! И сегодня ко мне пришла посылочка от Тина Тилвер. Я, если честно, не знаю, что мне мама сказала, поэтому давайте скорее посмотрим. Это вот такой вот клёвый комбинезон. Смотрите, здесь написано Настасья Лебедева, а здесь флаг России, Курск. И здесь эмблема моего коллектива «Эксклюзив» и написано «Дэнсер». Я скорее же его сейчас примерю и с вами свяжусь обратно. Итак, это вот такой вот клёвый комбез моего самого любимого цвета. Здесь есть вот такие вот карманы, очень клёвые. Есть капюшон, есть специальная молния, ну я думаю, вы сами поняли, для чего. В общем, мне этот костюм очень понравился, он очень мягкий и теплый. Но он как раз сейчас на нашей зиме, в кавычках. У нас сейчас на улице плюс 6 градусов, поэтому как раз таки разбираю на инке свой комбинезон. Спасибо огромное Тина Тилвер за этот комбинезон. Я обязательно буду в нем ходить на танцы и на гимнастику и радовать прохожих. Сегодня у нас в дворе 21 февраля. Вот травка, а там у нас растут подснежники. А с вами была я, Настасья Лебедева. Всем пока-пока.